Форум «Я гражданин Подмосковья» проходит в Егорьевском районе. С 3 по 23 июля молодые и активные жители региона совмещают приятное с полезным. Отдыхают на базе Любляна, участвуют в соревнованиях и конкурсах, а также обсуждают проблемы Подмосковья и находят их решения. Участвует в форуме люберецкая делегация. Накануне ребят навестил глава округа Владимир Ружицкий. Я гражданин Подмосковья! Ура! Таким боевым настроением проводит время на форуме «Я гражданин Подмосковья» люберецкая молодежь. В этом году уже 200 участников из нашего округа в возрасте от 18 до 35 лет побывали на слете в Любляне. Лидерство, творчество, предпринимательство, молодежная политика, экология и спорт – этим темам были посвящены смены в этом году. Некоторые из ребят прошли через все пять. Как это целый месяц жить без цивилизации? Ну почему? Здесь вот неподалеку есть душ, и у нас есть генератор, поэтому такая даже свет есть. Что здесь самое такое экстремальное, интересное и запоминающееся? Очень интересно просыпаться в 8 утра под крики «Люберцы, подъем!» и, грубо говоря, уже сразу идти на зарядку. Вот для кого действительно форум запомнится на всю жизнь, так это для музыканта Сергея и специалиста по работе с молодежью Елены. В прошлом году они познакомились здесь и влюбились, недавно сыграли свадьбу. Мы сюда приехали в составе делегации от Люберецкого района на смену по предпринимательству. Так как мне, в принципе, это интересно, и, в общем-то, нашлись общие интересы. На самом деле Сергей великолепно поет. У него очень хороший голос, и он играл здесь нам на гитаре. Владимир Ружицкий, навещая наших ребят на форуме, поздравил молодоженов прямо во время полевого чаепития. Пожелал и дальше жить интересно и занимать активную общественную позицию. В том, что слет действительно объединяет сердца подмосковной молодежи, глава округа Люберцы не сомневается. Это такие ребята, которые находятся в поиске, обязательно себя найдут, это очень важно. Более того, здесь же соехала вся Московская область, есть возможность пообщаться, обменяться какими-то мыслями, идеями. Здесь учеба постоянно происходит в самых разных сферах. Ежедневно с 10 утра до обеда участники форума посещают лекции. Экология, психология, тайм-менеджмент и даже философия медитации. Программа разнообразная. Кроме того, на встречи с молодежью приезжают звезды спорта, искусства и политики. У нас много промышленных центров, у нас много сельскохозяйственных территорий, где нужны различные подходы, различные ресурсы и, конечно же, участие молодежи в решении тех вопросов, которые стоят перед этими муниципальными образованиями. После обеда активный отдых, шахматные турниры и творческие мастер-классы. Вот, например, эти девушки придумали проект «Добрая комната», в которую можно приносить ненужную одежду, чтобы передать кому-то другому. А если вещи порваны или испачканы, из них можно сделать игрушки. Мы делаем куклу Прасковьи из Подмосковья. А что за миссию она будет выполнять здесь? Мы хотим подарить ее губернатору Московской области. Интересно, что в этом году слет впервые проходит в форме квеста. Все, кто находится на территории форума, разделены на три команды и зарабатывают баллы. Вода, воздух, огонь – три стихии, между которыми идет постоянная борьба. Ребята участвуют в творческих, интеллектуальных и спортивных состязаниях. В конце смены выиграют те, кто сможет объединить все земли форума. Команда люберецкой молодежи уже один раз одержала победу на форуме «Я гражданин Подмосковья» 2017. Во время последней смены наши снова держались в лидерах и были настроены еще раз победить. Всю силу земли богатырь себе возьми! Ура! Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.